Слава! А то мы сколько раз уже виделись? Приятно. Вячеслав, расскажите, пожалуйста, что у нас сегодня будет здесь, в этом чудесном шатре? В этот осенний день, действительно красивый, природа хочет отдохнуть, и людям нужно набраться хороших положительных эмоций на зиму. И мы сегодня будем читать друг другу замечательные строки. Сегодня вечер поэзии в городе Раменское, 16 сентября. Я надеюсь, что люди насытятся положительными эмоциями, уйдут с новыми знаниями и будут улыбки сиять на их лицах, несмотря на дождь и осень. Замечательно. Вы так хорошо говорите, вы профессиональный ведущий? Нет, я инженер. Инженер вертолетной техники. Ну надо же. Но я знаю, что у вашей супруги Лилии Семеновой агентство праздников, да, Эль-Клуб? Да. Вы ей помогаете наверняка. Я занимаюсь это. Я очень много уже увидел всего красивого, всего изысканного. И рад этому. Эль-Клуб, она профессионально и деликатно к любому празднику подходит. Замечательно. Может быть, подскажете контакты вашего клуба? Куда можно обратиться, чтобы заказать хороший праздник? Да, это сайт Эль-Клуб. Есть отдельный у нас сайт эльклуб.ру. Также это 8926-076-9376. Это ее личный телефон. Она всегда будет рада вам помочь, чтобы ваши улыбки, ваше счастье было еще больше, чем оно может быть. Спасибо вам за ваше интервью. Сейчас покажу, что тут сегодня у нас происходит. Нам пришли знаменитости наши городские. Значит, здесь у нас... Расскажите, пожалуйста, как вас зовут? Меня зовут Владимир Зайцев. Я, скажем так, заместитель руководителя ЛИТО Раменской зоны. Вот. По совместительству член правления Московской областной организации Союза писателей. Ну и по профессии строитель. Вот такие прекрасные люди сегодня посетили этот осенний шатер в Раменском парке. Рядом с вами Владимир Епишкин. Владимир Николаевич, расскажите, пожалуйста, что вы сегодня будете здесь делать? Сегодня я исполню в этом замечательном шатре несколько осенних романсов, а также романсы, которые как бы уже популярны, имеют какую-то историю, и романсы, которые написали наши раменские поэты. Вот, значит, Владимир Зайцев, только что как бы вам говоривший, и второй Виталий Андреев. Значит, вот на их стихи я исполню два романса. Ну, насколько мне известно, вы много песен знаете со стихами раменских поэтов. Да, у меня, в общем-то, готова авторская программа, там где-то, в общем, что-то около 20 песен, как бы на стихи раменских поэтов, моя музыка. Вот, так что подготовлю авторскую программу. Прекрасно. Ну, желаю вам приятного вечера. Спасибо. Всех порадовать. Спасибо. И самому приятно отдохнуть. Спасибо.